Так, мы неспешно катимся к десятилетию. Хотя мне несколько раз хотелось, честно говоря, закрыть эту лавочку и смотреть в страны другие. Но не получилось, а может быть и не надо. И вместе с Уралавто мы, наверное, выкатываем аж 10 моделей новых. Уралавто – официальный дилер Kia, владелец Красного Куба, расположенного на улице Белорецкое шоссе, 17. Но это выезд в сторону Белорецкой, естественно, по Северному переходу и там налево. Ну, другого варианта особо и нет. Где Kia покупать? Потому что здесь все модели Kia, и здесь есть то, чего нету у других типа дилеров. Ну, во-первых, здесь есть полный цикл. Вот. И всякие остальные примочки, вместе с которыми, вместе с Kia, жить становится интереснее. Kia. Я посмотрел сегодня журнальчик специально. Вот эта машина, Kia Venga. Если вы думаете, что это Kia Venga, это корейский автомобиль, то вы не правы. Это европейский автомобиль, производится он в Чехии. Сейчас все передовые производства Kia располагаются, ну, в двух локомотивах: Америка и Китай, а также Чехия, Словакия и, естественно, Корея. То есть нельзя говорить о том, что это корейский автомобиль по сути, потому что плюс ко всему замечательный новый дизайнер, и машины очень удались. И уже корейские черты-то в Kia не увидишь. Нету этих всех перекосов. Есть нормальные европейские, ну, как бы, формы. Что такое Kia Venga? Данный конкретный автомобиль тянет, естественно, название городского компакт-вена. Потому что двигатель 1.4 с небольшими аппетитами, с 90 лошадиными силами под капотом. Он тут вообще так классно уместился. Мне единственный автомобиль понравился, где изначально капот поднимается так, чтобы это было удобно мастеру обслуживать двигатель. Вот так вот встает. Городской универсал. Ну, назвать его совсем компактным, у меня, конечно, язык не поворачивается. Это достаточно большая машина. И конкурирует, наверное, с фокусом C-Max. Ну, по крайней мере, обеденный стол вот этот вот передо мной, это из той же песни. То есть очень много чего сюда войдет. И обладает ли он прытью спортивного автомобиля? Нет, не обладает. В этом смысла нету. Потому что в городе, извините, надо бензин экономить, потому что денег он стоит, как и во всем мире. Вот. А здесь можно, я сначала подумал, можно ли здесь ездить на длинной дистанции, потом внимательно посмотрел, понял, что можно. Для этого необходимо только заднюю полку снять, и вот заднее сиденье все трансформируется, оно может и угол спинки наклона менять, то есть, ну, достаточно удобно путешествовать. Сколько сюда груза войдет, ну, не так, как много, как в универсал, но достаточно, чтобы, допустим, встретить людей из Уфы, там, и из Челябинска, загрузить их баулы с багажом и приехать спокойненько, не спеша, так не напрягаясь, экономя бензин. Снаружи машина производит впечатление такого хорошо сбитого хлопца, предназначенного перевозить вас и грузы на длинные дистанции. И внимательно посмотрел, опять же, как она управляется. Знаете, очень вот то, что колеса разнесены по базе, это очень хорошо, такая верткая вот машинка. Очень понравились вставки переднее стекло, то есть мертвых зон таких вот непрогнозируемых я не вижу. Мертвая зона находится обычно вот здесь вот. Машины Kia Venga рекомендуемы для покупки тем, кто ездит с семьей, потому что если у вас ребенок еще совсем маленький, и вы можете поставить сиденье, ну, скажем так, заднего типа, то есть когда ребенок на вас смотрит, то подушка выключается и все. А про эргономику, про качество изготовления, ну, нормальная машина, что еще надо от нее-то? Три колодца спидометра, тахометр, это в варианте, если механка, и, естественно, бензометр. Вот. Что меня очень сильно порадовало, кстати, а где ключ-то, блин? А, вот он ключ. Вот, видите ключ? Он не в замке, то есть он может быть и в вашем кармане. И все, и кнопочка старт-стоп, это уже заявка на то, что автомобиль все-таки это 21 век, а немножко не 20-й, как основной автопром. Вот. Типтроника здесь нет, круиз-контроля нет.
Ну, для города, в принципе, это не необходимо, зато есть, значит, магнитола с MPEG-3 проигрывателем и вход AUX-овский отдельно. И плюс мультируль, то есть вы можете не тыкать там чего-то, а на руле все это дело перебирать. Стоимость машины 720 тысяч рублей в стоповой комплектации. Ну, плюс-минус там, можете взять и подешевле вариант. Вот. Электроника вся в наличии, АБС, ЕБС, ЕВД и все остальное. Все это можно отключить. Зачем, непонятно. А, трип-компьютер есть. И такие машины есть у официального дилера Kia в Магнитогорске, фирме «Уралавто». И тут их много, в различных цветах и модификациях. Да и вообще, здесь Kia больше, чем у кого-либо. Автомобилей, ставших брендом России. И за которыми вы можете проехать на Белорецкое шоссе 17.